Привет! Мы пришли в Коско, и я увидела здесь вот такой вот отдел. Здесь уцененные, что ли, они? Или вот это вот вернули? Не понимаю я, почему они их уценили. Вот это, например, вот она большая, я ее сейчас примерила. То, что я показывала один раз, $15, что ли, она стоила. Вот остался вот такой размер, и она стоит $5. Ну, она мне большая. А то бы купила за $5-то. Хоть вот поклялась себе не брать дешевые вещи, да? Вот это тоже $6. Вот я себе такую покупала, голубую, я ее ношу. Это М-размер. Хотелось бы в подарок вот ее. Она же маленькая. И этот. Не знаю, стоит покупать, не стоит. Наверное, не стоит. Хорошая она. Но ее, наверное, вернули. Почему-то вернули, непонятно. Вот здесь она как-то топорщится. Может, какой-то дефект есть все-таки. Вот я джоггеры по $5 показывала. Сейчас я переведу вот сюда. Это моя тележка. Вон, 4,97 она стоит. Сейчас приближу. Не она. Так, не приближается. Вот они, вот эти джоггерсы. Они 4,97. На 3 цента убавили. В общем, здесь всякой всячины очень много. Вот даже вот эта вот маленькая. $3 стоит. ХБшная. Но во всяком случае, да, могут быть какие-то изъяны. Тахари, $4. Вот так выглядит. Это мужская, по-моему, да, мужская. Мужская. А вот где-то я здесь видела, ну, вот это тоже маленькая. Что-то я здесь такое видела. А, вот это я видела. Вот она. $4 стоит. Джессика Симпсон. А, нет. Это не... Джессика Симпсон тоже что-то видела. Вот такая кофточка. Тоже в ней какой-то изъян, наверное, есть. Вот здесь вот она, по-моему, не соответствует своему размеру. Так, это одеяло, что ли, какое-то. А, нет, это халат, наверное. Даже не буду смотреть, потому что он очень большой, его разворачивать. Я здесь этот перекрыла фарватер. Сейчас я отведу его. Вот здесь вот какое-то платьюшко, по-моему, да, вот такое вот платьюшко. Lensend M размер. Стоит $6. В общем, даже если это недорого, это покупать опасно. Какой-то дефект есть. И не в том смысле, что где-то дырка, где-то что-то, а что оно не сядет по фигуре. Оно такое трикотажное, хбшное, хорошее платье. $6. Ну, жалко, конечно, $6 тратить, если это выкинуть придется. Я уже много таких вещей накупила, которые не ношу, и они лежат неношенные. Так, это какая-то майка. $5 стоит. А, нет, это не майка, это платье. Вот оно, S-размер. Вот она, цвет такой хороший, нежный. Вот оно может здесь вот быть неправильно сшитым или что. Так бы не уценили, конечно. Если бы это было нормально все. Так, вот это вот такая кофточка Buffalo. Так я люблю эту фирму Buffalo. 4,97. Она синтетическая. А, это худи. Я говорю, кофточка. Ну, в общем, я показала здесь и мужское, и женское вперемешку. Показала здесь, в общем, не стоит ничего брать. Побежала в другое место. Ну, вот мы уже уходим. Вот что я купила. Арбуз это где-то $6. 4 с чем-то, по-моему, огурцы. Вот мне нравятся вот такие помидоры. Во-первых, они долго сохраняются. И потом я их, когда в суп кладу, мне больше нравится. Вкусно. Ну и вот это как же без этого? Это я всегда себе покупаю, если скидка есть. Раньше без скидки брала. Вот называется Пума или Пима. Вот, Пима. Это высококачественный коттон. Пима. Скидка была $3. Вот я за $11 взяла. Мне там нравился другой цвет, вот без этого черного. Но там был размер только М.
М. А ну я не рискнула им, мало ли. Хотя я брюки М беру иногда. Ну все, на этом я заканчиваю. Пока.